Здравствуйте. Ездили, да. Только давно очень. Не было машин. Заказ уже делала. По другим, наверное, службам делали, не закрыли. Нет, у вас делала. Не знаю, стоял, не было заказов. Не видел я его. Ну здравствуйте, Господи, благословение. Спасибо тебе. Кожухарь опять? Да, угловой там. Это район этого БРСМа, заправки. Да, маленькая заправочка. Прямо напротив. Ну, с газом, которая. Да, вроде да. Возле парка 1 мая через мост, да? Да. Как мы поедем? Да ну как, по Мюда, по Веселогоровской, по Артема. Угу. А как еще? Да, кто-то, как меня возили так. Через Продольную. Как? Да, ну через Продольную это на УАЗике надо ехать. По той дороге. Ой, Господи, я вас возил года два назад, наверное. Когда сын умер? Даже не знаю. Наверное, да. Алло. Алло. Люда, я выехала, только приехал, не было машин. Я еду уже, дай бог, скоро будет. Куда два назад или ты сын умер? А, это вы, по-моему, говорили, что он у вас выпивал, да? Да. А, да. Я до сих пор плачу, не успокоюсь.